миллионов латов на зарплаты педагогам. Всему виной оказался систематически неправильный расчет и большая текучесть кадров в министерстве. В начале года Министерство образования и науки провело служебную проверку. Оно выявило серьезные просчеты в планировании целевых дотаций, отсутствие конкретных расчетов, прогнозов, данных о числе учащихся, учительских ставках и так далее. Кроме того, не было преемственности в обработке этих данных. Тем не менее, комиссия Министерства образования и науки не выявила вины конкретных должностных лиц и не нашла объективного повода для возбуждения дисциплинарного дела. Поэтому решено ограничиться рекомендацией усилить контроль процесса планирования и распределения целевых дотаций. Огромная недостача в 6 миллионов латов также связана с высокой текучкой кадров. В прошлом году с должности освободили замдиректора департамента снабжения и финансов. Кроме того, в ведомстве не было госсекретаря, а с работы ушли еще несколько сотрудников, отвечающих за финансовые вопросы. Создавались новые департаменты, которым делегировались новые функции, менялись руководители и работники. В целом за последние два года в министерстве ушли 73 работника. Чтобы впредь таких недостач не допустить, в министерстве создается специальный отдел статистики и планирования бюджета, который будет заниматься расчетом целевых дотаций. Министерство экономики предлагает ввести в Латвии новый налог.